Так, ну вот снова у нас костерок, костерка. Сегодня 4 августа 2023 уже. И как бы, да, то есть здесь у нас был разговор интересный. Довольно-таки редко такие разговоры происходят, скажем так, с образованными людьми, которые там, скажем, большие специалисты в определенных областях. Например, в международных областях, причем, как бы, такие разговоры происходят очень редко, потому что когда стороны занимают разные позиции, то как бы, чтобы не возникал какой-то конфликт, ну, потому что он неизбежно возникает, стороны не могут, ну, в принципе не могут договориться, потому что у них очень разные установки. Они тогда стараются этот спор, скажем так, не поднимать. Поэтому они происходят редко. В данном случае мы так немножко поговорили. Ладно, пока я сделаю перерыв, пока люди проходят.